Грязевые ванны, ребят. Как придет? Вот, Диана, мне нравится. Вообще не паникует. Короче, всем пламенное приветствие. Были в магазине, закупились. Это все к чему? Потому что завтра мы едем на озеро Туз. Немножечко отдохнуть у Яниного папы, сестры родной, день рождения. Вот мы едем, короче, тусить всей семьей большой на 4 дня на соленое озеро Туз. Потихонечку закупились. Сейчас 4 килограмма шеи свиной купили на рынке. Да. Сейчас по бурику замариную шашлык. Крылышки, тудым-сюдым, здесь вот еще что-то мясо, говядина для шурпы, для плова, для лагмана. Как и так, в общем, смотрите и не переключайтесь. Доброго дня и времени суток, друзья. В общем, собрались мы, я уже вчера рассказывал, на озеро Туз. Путешествие длиной в 4 дня. Едем мы большой, дружной компании на газели. В ней все, что можно только представить и что нельзя. Холодильник, спать в ней можно много, может много народу. Короче, вот такая фигня. Добрались мы до озера Туз, это база отдыха Восход называется. Мы всегда раньше ездили по всяким другим там озерам, сейчас мы на соленом озере. Это очень соленое озеро, где прям ныряешь и обратно тебя выкидывает. А здесь фишка в том, что есть прям столбы, электричество. Вот такие вот. То есть все цивильненько. Мы с тобой, я уже говорил, взяли холодильник. Будет прям ништяк. Ну и что? Что не наливается? Сейчас, ничего. Тебя тут открыть. Так, это называется все свое, беру с собой. Как-то так. Сейчас по стопочке и будем раскладываться. А так вообще, озеро Туз, здесь люди приезжают, лечатся, у кого кто страдает всякой такой вот, ну, аллергией, как она называется, экзема, вот эти вот, ну, кожная аллергия, они мажутся грязью здесь. Соль забирают домой, то есть с озера. Грязь также забирают. Ну, то есть это прям фишка. Мы тоже будем мазаться, обмазываться и тоже возьмем. Слетела крышка? Соли домой. Вот. Сейчас позже покажу, что там вообще. Так, я так понимаю, это не флеш. Ну или взрослый флеш. Взрослый флеш, да, это? Нормально. Так, это что у нас? Ой-ой-ой, какая? Щучка. Щучка. Кто-то щучки наловил, походу. Рыбачий будет. Нету уже. Прям идеально. Мне нравится, что прям есть электричество. Вот прям цивильно все так. Ты сейчас видишь за ветер. У нас 22 метра в секунду ветер. Но должен после 2 часов дня минимум. Минимум. Вот так. Вот он. А он со всех сторон, кстати. Он же там со всех сторон открывается. Вот это угол, да? Ага, это. Блин, такой огромный шатер. Будем застегнуть, наверное, надо? Может, застегнуть его, чтобы... Стопы, подождите, не растягивайте. Надо начинать все по очереди. Короче, как-то так. Ну, шатер из-за огромный. Танцевать можно, там пол целый.
Бентерминг. Такой надо, да? Бомба вообще. И он реально прямоугольник. Ребят, пробуем домашнюю бастурму, которую я делал за двое суток. Миша! Вот такая острая. Остренькая, но не готовенькая. Вкусно. Давай пробуем. Жирно, этого-то нет ничего. Ну, чуть-чуть подсохнет, еще и будет бомба. Ну, остренькая. Чувствуешь? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. С ума сойти, блин, не встать. Вот здесь хоть поспокойнее, а. Там шатер вообще гул. Шатер разбирается. Что, изолентой перематывать все надо, да? Блядь. Вот погодка, а. Дима, молоток. Я вот положил, вот-вот-вот-вот, сразу же. Мама ищет интернет. Это вот тот случай, когда вот нет интернета, но ты нашел. Ребзя, мы пошли, короче, купаться. Ветер, ну ничего страшного, мы попробуем. Искупаться. В чем не жалеть и любить просто так. Что, вообще кайф. Выдвигаемся. Чисто соприкосновение с природой босиком. Я рассказывал, уже люди себя приезжают мазаться грязью, она пахнет, но я правда не химик, не знаю, но невкусно. У меня сустав, короче, бывает, болит. Помазал, сейчас проверим реакцию. Руки на это все, ну и коленки, он тоже спортсмен, вроде намазал, перешло. А что, у тебя пальчики катали, да, что, руки что? Да, только ставь, погоди. Ты ему перчатки сделай. И вот здесь еще. Да нет, надо вот так. Я, да. А что? Да, в принципе, быстро вообще. Я теперь холод. Да, ну, быстро высыхаешь. Уходишь с воды и быстро высыхаешь. У нас ветерок, но вода, я вам скажу. Что, копай. Что, короче, все, накупались, пришли, вот, проявляются соль. Консистенция в этом озере очень превышает все нормы соли. Это вам это, не море, которое черное. Да. Мертвое море. Второе мертвое море. После купания все постирались, короче, у нас тут вот импровизированная вот сушка, да. Где моя вторая тапка? Нет, надо было оставить, я хотела бы, надо оставить одни и оставить их в мусор. Сейчас я купальник вверх принесла, он прям как пол. Да? Ты майку задом наперед одела, по-другому. Что, друзья, жарим мясо. Как всегда, лайфхак. Как быстро разжечь с помощью средства для розжига и как правильно это делать. Все делают неправильно. Открывается мешок с углем. Ставится просто тупо вот так. И есть у нас средство для розжига, жидкость для розжига. Открывается вот так вот. Ой. Головы эти нахуй жирненькие. И тупо выливается вот сюда.
Все, немножечко вылили, убираем и ждем минут 10-15. Не трогаем его, не поджигаем, а то все, блядь, зальют сразу же и поджигают. Ну что это такое? Уголь должен пропитаться, впитать в себя эту всю херню и потом гореть нормально, равномерно разжигаться. Ждем. Напитались, поджигаем. Ну что, друзья, меня не видно, потому что ночь, мы идем спать, вот такой первый день, завтра увидимся, завтра будет с утра лагман, и все дела, все, всем спокойной ночи, до завтра. Всем доброе утро. Время часов 10, наверное. Я проснулся. Сегодня у нас вроде бы солнечно, безветренно. Ну так, чуть-чуть. Сейчас скоро пойдем купаться. Тут люди загорают, лежат. Ну а у нас в полевой условии, в условиях полевых морозят лед. Ты туда водку заливаешь, да, чтобы этот ледышечку водочки оп, под язычок и пошел, что ли, или как? Витаминки на ночь. Давай на ночь. Один. Давай все, да и все, что. Немножко вчера витаминок таких попили. Зачем? Нормально. Ладно, смотрите, не переключайтесь. Я пиво не взяла. Как ты посмела совершить такую глупую ошибку? Что за лев это, тигр? Мы взяли, они же тоже уже взяли. Что за лев это, тигр? Блядь, я в тапочках пошел. Пойдем. Сейчас снимем тапочки. В тапочках пошли. Надо их снимать. Надо босиком ходить. Чувствовать энергию земли. Да. Сейчас здесь оставим их. Давайте тапочки, стойте. Идем на пляж. Вот так вот он выглядит. Яна вот когда бегает, у нее болит коленка. Сейчас мы ее будем грязью мазать. Коленку-то эту. Чтобы она не болела. Какая-то вот там. Ая! Давай. Иди плыви. Я буду снимать тебя. Давай, ты вчера не это сочковала. Давай теперь. Оп. Давай, иди. Вот она, ребят, грязь, вот это вот, черная, вот ей все мажутся, вот этой грязью, сейчас будем мазаться. Че, грязевые ванны, ребят, полностью, мажем Яну,
Я ее обманул, что я тоже буду весь грязный. Родители мажутся. Это полезно. Грязь насыщена сероводородом и еще шнягой. Зато вы красивенькие, да, такие, стройненькие. Вот. Смотри, Миша. Мишка вообще-то вон плавает. Нет, Миша! Да пусть плак купается. Ребят, это после того, как было до, а это сейчас я маленечко позагорал чуть-чуть. Чуть-чуть позагорал, вот стал черненьким. Как мне идет? Че, мы еле отмылись. Яна, бедная, замерзла, дрожит. Ну-ка, покажи губы. Белые руки, дрожит вся. Холодно. Еле отмылись, короче, не знаю. Нормально. Сейчас пойдем и будем готовить, наверное, что лагманчик. Лагманчик, ребят. Короче, пока играют в карты, готовим лагман. Но, как всегда, мы, короче, где-то, видать, забыли приправу для лагмана. Ну, ничего, это бывает, это природное явление. Начинаем готовить. Лагман будет из мраморной говядины. Вот таких вот два замечательных куска у нас. Иди сюда. Соль высыпали, приправка. Перемешиваем. Маленечко. По бырику, пока не подгорает, добавляем томатную пасту и водичку. Огонь маленечко убавим. Немножечко долил воды. Сейчас чуть у нас это все размякнет. И дальше долью уже для зервака, чтобы полностью готовилось. Сейчас на соль еще попробую. Огонь. Залил воды уже у нас маленечко. Томилось чеснок, 3 штуки и 2 лучка с грядочки. Просто их вот сюда вот так закинем. Пусть лежат. После этого всего чесночок пойдет уже такой рубленый. Туда кинза. И в принципе все. А, еще помидорки, томаты. И в принципе 40 минут и
наш не плов, но лагман готов, короче. Туда же. Сумасшествие. Картофель. Просто посмотрите. Ну, бомба ведь. Не готовим, говорят, полный казан. Как-то так получилось. Опять полный казан. Ну, жишка, мы же ее любим. Жишка. А тут домашняя бастурма. Если честно, уже всего наелись, капец. Да? Я на сопу пойду поджу маленечко, и все нормально. Что мне? Сейчас он горяченько же подойдет. Горяченько, пойдем, надо всех будет будить. Покушаем, и все. Нормально. Иди сюда. Иди сюда, кого убежал. Прям щеки набивает. Помидор и чеснок. Туда же. И еще сейчас у нас будет кинза. Кинзу тоже туда же. Ну это прям в самый конец. Сейчас вот мы картошечку возьмем. Кто-то как понарубил картошку. Просто пьяный кто-то резал картошку. Все, вот он уже прям готов. Сейчас одну картошку возьмем, попробовать. Ты большую надо попробовать. Вот эту? А кто будет пробовать, угадай? Ты. Я. Ты ее разломай. Будет ломаться. О, все, практически, давай. Сейчас кинзу. Алин, дай, пожалуйста, кинзу. А лежи где-то. Да. Высыпай. Высыпай свой. Полностью бери. Прям. Давай. Сип. Оп. Все, ништяк. Перемешиваем. Тамин 10-15 минут и готово. Так, готовим тарелочки, лапшу. Лапшу покупаем именно вот для лагмана специально. Вот. Ну, не пятерочка там, ничего такое. Вот именно лапша. Ну, поставь его вот сюда, чтобы тебе проще держать было. Жишку. Картошки нет, да? Так. Вот как это? Все, сейчас. Ну, под это вот. Оба. Так, первый пошел. Все бастуешь. Ой-ой-ой. Ну что, всем приятного аппетита. Мы кушаем лагманчик. Вялимся на солнышке, ребят. Все. Жесть. Ели. Сейчас схватили. Шторм. Держим. Вот чтобы не улетел наш шатер. И едим арбуз. Сейчас чуть не это. Прям. Как бы сейчас бах и улетели бы. Сейчас его сдувает изнутри, видите? Может одну вот эту прикрыть? А может быть закрыть вот эту вот часть? А дырочка наоборот провоцирует, он как парус работает начинает. В смысле? Мы наоборот ее закроем, она сюда не будет как парус прорваться. Сейчас подождите. Сейчас порешаем. Если что, когда Жеку позвоню, он же шаман. Это. Уже надо звонить. Дождь уберет нам и ветер этот. Вот, где она мне нравится. Вообще не паникую, смотрите. И вообще пофигу. Чё? Просто вот. У нас сейчас вообще палатка улетит.
Ребят, готовим плов, но не с рисом, как всегда, а с перловкой. Я знаю, что с этого получится, погнали. А у нас там, кстати, стрим идет. Если не подписан, подписывайся. Бывает иногда интересно на стримах. Очень интересно, видели, да? Так, казан уже раскалился у нас. Вот, видите, плов уже можно накладывать. Что, наливаем масло? Растительное. Сейчас чуть-чуть, полминутки, и отправляем туда нашу говядину. Да, зервак всегда перезаливаем чуть-чуть, потому что будет водичка. Вот, вот так. Так, ребят, ну что-то вот у нас такое получилось, света уже мало. Сейчас вот водичка да выпаривается, но перловочка практически готова. Ты мой Дима. А, да. Так, сейчас вода да выпарится и, в принципе, будет готова. Дима, это какой-то торт. Какой торт? Какой торт? Все нормально, положим туда вот. Да. Туда вот. Оп. Ждем. Это же перловка живая, не знаю, видно вам, нет? Мне? Ну-ка как? Я, ну-ка попробуй. Давай, продегустируй. У меня ориентир твой телефон. Миша, иди ко мне кушать. Чай, а что включили? Флешку? Да, просто я этот плей нажал. А, да? Ну все. Мама. Короче, я надеюсь вкусно. Мы сейчас по стопочку жмякнем. Попробуем. Будем задержаться на сегодняшний день. День закончен. Всем спасибо. Всем пока. Доброго утра. Четвертый день. Сегодня мы уезжаем домой. Вроде было солнышко, но сейчас вот я показываю, смотрите, просто. Но это не помешает нам сегодня пойти и покупаться. Ветер как бы такой себе, небольшущий. Сейчас пойдем искупаемся. Вот такая цивилизация. Сходили, почистили зубы, умылись. Здесь душ, там даже игровая площадка детская есть, в футбол можно поиграть. Ну ничего, продувает, да, все, ушло туда куда-то. И солнышко вышло, вылезло. Сейчас, может быть, пойдем купанемся. Такая вот база отдыха. Так, взрослые уже пошли купаться. В этот раз идем не на пляж, куда мы ходили, а именно вот здесь. Здесь почему? Потому что здесь очень много грязи, и когда выходишь, прям все тело какое-то жирное, мягкое такое, не знаю, как это объяснить, сейчас протестируем. Вот такой вот здесь проход.
И здесь сразу грязь, наверное, да, прям? Ой. Вот так, короче, это все выглядит. Да? Ну вот, видите, белая, это соль. Раньше это все, конечно, больше было. Больше соли. Че, вода? Здесь, кстати, я прям ложусь, я болтаю. Вот здесь? Да. Вот эти, здесь другая вода, чем там. Здесь лучше, да? Лучше, я всем объясняю, что здесь лучше. Ну, в смысле, держит? Она держит, и она прям похуже водорода, вот это вот. Ну все, пойдемте. А там пляж его с песком перемешали, но уже искусственно. Здесь он плохо, в чистом виде. Тоже чека. Здесь вообще по-другому, здесь прям вон у меня ноги. Я к тем объяснялся по-другому. Нет, на пляж, нет на пляж. Сейчас я это... Снимает она? А то там батарейки мало. Но единственный минус, ноги черные будут сейчас. Ну они дома отмоются. Так они лечатся, какой минус-то? Они же лечатся. Ну, так не хочется, конечно. Вставать сейчас туда, в эту грязь. Нормально. Ты на коленке встань, прям на коленке в грязь встань. Давай быстрее, ветер холодный с дождем. Прям запах. Запах, да. А там нет этого запаха. Здесь даже с отсутствием воняния чувствуешь. Садись, садись, садись. Блин, в воде тепло. Ой. Ты потрогай саму. Да вот по этой выходи. А ты же мазался, ты потрогай вот сейчас здесь ее. Она совсем другая грязь. Ой, она такая. Прям как сметанка такая. Прям приятная. Это. В общем, ладно, все, на этом заканчиваем. Вот такое вот озеро Тус, вот, такое, вот такая база. Как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Мы поехали домой.